Ребята, всем привет. Серега. Привет, ребята. Расскажи, что мы сегодня будем делать, Серега. Да, вот, челлендж мы кинули. 10 бургеров. Не, ребят, Серега немножко так неправильно говорит. У нас, в общем, сегодня такой челлендж. Он будет называться «Съешь, чтобы выиграть денег». В общем, если Серега за 10 минут съедает 15 бургеров, он получает 10 тысяч. Вот. То есть это ему такая мотивация. И к тому же Сереге кинул вызов Сергей Яцко-Боровский, это украинский блогер. Хочу сказать Кишкаблуду из Абракадабры: чувак, давай ты попробуй съесть 10 бургеров за 10 минут. Он как бы сказал, что 10 бургеров надо Сереге съесть, но сам при этом не смог это сделать. Очень странно на самом деле, но Серега, я думаю, сегодня покажет класс. Кстати, Серег, многих интересует вопрос, как после мяса-то? Нормально все было? Как видите, живой, жив, здоров. Все хорошо, да? Рекомендую сразу поставить лайк, подписочек тоже приветствуется на канал. И не забывайте про колокольчик. Ну и все, я пойду сейчас покупать бургеры и начнем. Ребят, ну вот, в общем, подготовили сразу 15 бургеров. Серега наготове, вода у меня тоже вон наготове. Вот мотивация, перед ним будет всегда лежать. Раз, два, три, погнал. Пошел первый. Пошел. Первый ушел за 15 секунд, ребят. Второй пошел. Второй ушел. Третий. 40 секунд прошло. Тактика правильная. Серенька давно не ел еще, видимо. Не отвлекаем, не отвлекаем. Теперь четвертый. Пятый пошел. Серег, да ешь, красава вообще. Минута 30. Я не знаю, вот что больше его мотивирует сейчас, ребят. Как вы думаете, напишите в комментариях, что ему кинули вызов, либо вот это вот. Вас бы что больше замотивировало? Не, Серега могёт вообще. Это восьмой. Восьмой пошел. Нормально. По красоте. Он как бы не сглазит. Фу-фу-фу. Девятый пошел, Серег. Если Сереге кто-то вызов кидает, это все. Он разорвет зубами. Ну, вы сами все видите, ребят. Своими глазами.
Десятый пошел. Вот Сергей Яцко-Боровский, посмотри, что Сергей-то делает. Десятый залетает. А то 10 гамбургеров, бургеров там за 10 минут челлендж. Не, тут что-то глобальнее надо. Ну вот 5 у него остается. Я думаю, все-таки он за 10 минут-то сможет. Водички. Он еще при этом литр воды выпивает. Потом уж комментарии-то спрошу, чтобы не отвлекать. Под руку ничего не хочется ему говорить. Я так свои комментарии даю тут. Ребят, да, могу сказать то, что пишите в комментариях, что Серега какой челлендж исполнить. Может, кто-то вызов ему там кинет. Только вызов должен быть, знаете как, не так на словах, а можете сами что-то исполнить и ему скинуть, он посмотрит. Так. Это у нас 12-й пошел, ребят, 12-й. На секундомере видите, сколько времени? Тринадцатый, ребят, пошел. 4 минуты, Серег, осталось. Пошел. Чем дальше, ребят, тем сложнее уже идет. Сами понимаете. Все мне это кажется каким-то, знаете, каким-то необычным. Что-то вот сверхспособность какая-то. Я же вот так не могу. Вы стопудово так не сможете. А он как-то, смотрите, как-то делает это. Три минуты, Серег, остается. Подустал немного. Отдохнуть есть время. Два сорок. Два тридцать. Два двадцать. Две минуты ровно осталось. Ему один бургер надо, ребят, за минуту 45 есть. Я думаю, сможет.
уже может рассчитать силы. Полторы минуты Серег остался. Все. Кто считает, что Серега красавчик, ставьте лайк, ребят. Потому что это вообще что-то с чем-то. Ну, мотивация на столе лежит, наверное, вот из-за этого все. Тын-тын, минута осталась, Серег. Сейчас прожевывает. Ребята, офигеть. Я не сделал. Серега монстр вообще. 15 штук. 15 гамбургеров. Серег. У меня вообще, у меня нет комментариев сейчас. Мне кто-то писал там, за 10 минут 10 бургеров съесть. Да я бы сказал, тебе вызов кинули. Вызов? Делал. Я 15 штук сделал. Красавчик вообще. Ребят, кто считает, что Серега красавец, лайк, подписка, комментарий. Что мотивировало больше, вызов или деньги? Ну и вызов, конечно, меня задел. Короче, ребят, видите, Серега вот задевает такие вещи. Мне кажется, комментировать ничего не нужно, тут все вот этим действием сказано. Пишите Сереге в комментариях, потому что он читает, выбирает, что Сереге, вот, какой челлендж исполнить. Спасибо вам за комментарии. Всех благ. Все, ребят, всем спасибо, всем пока. До свидания, дай Бог вам здоровья, удачи.